гости к Евгению Додолеву пришел человек, который, кажется, попробовал себя везде. Швыдкой. Швыдкой, да. Как много времени вы проводите на Пушкинской площади? Я имею в виду театр. Я начал пользоваться троллейбусом. Да ладно. Мне нравится. Ну. Когда я был министром культуры, считали, что я руковожу и телевидением. Все мои телевизионные коллеги считали, что это такие, ну, понты страшные. Когда у нас будут ставить Золушка вместо Золушки. Я уже, понимаете, мне пожилой человек, я смешливый. Я Золушка оставлю. Золушка оставить не будь. Понимаете? Нет. Золотая рыбка Михаил Швыдкой. Премьера. Я не знаю, какие вы конферансье, но фамилия у вас Касцева. Вот. Смотрите в пятницу в 0:15 на телеканале «Москва. Доверие».